Приветствую, дорогие друзья, всех на моем канале. Давайте посмотрим расклад. Чего вы не ждете, но оно случится. Оно обязательно произойдет. Чего вы не ждете, но оно случится. Давайте посмотрим. Всем спасибо за теплые слова, комментарии. Всем желаю всего-всего самого наилучшего. Мира, добра, любви, удачи, хороших людей на пути. Чтобы поменьше встречалось вам зла, негатива. Ну, давайте смотреть. Чего вы не ждете, но оно случится. Карта кольцо. Карта медведь. Башня. И корабль. Вы знаете, что идет какой-то негатив из вашей жизни. Знаете, здесь зависть вашему, скорее всего, союзу. Вот она, вот этот медведь. Он очень злой, голодный, худой. Его такое ощущение, что разбудили раньше времени. Знаете, да, говорят, не буди. Лихо пока, оно тихо. Ну вот именно здесь как это лихо разбужено. Ну, у вас защищают. У кого-то, знаете, несколько лиц, каких-то завистников. Ну вот такое ощущение, что вот этот негатив, он словно уходит от вас. Очень много разговоров за вашей спиной. Разговоров, сплетен. Именно злых разговоров. Зависти, злобы. И корабль, который как отплывает. Такое ощущение, что эти люди оставят вас в покое. Знаете, вот смотрит на вашу защиту, вот на ваш какой-то крепкий тыл. И человек ничего не может сделать. Но мне идет вот сейчас такая информация. Зависть, зависти, сплетни, энергии. Чего вы не ждете, это, знаете, какого-то окончания. Окончания противоборства, что ли, с этими людьми. Давайте посмотрим. Видите, защита, я же говорю. У вас очень сильная и крепкая защита. Все нам могло быть намного хуже. Защищает вас ваш союз. Разойдутся дороги вот с каким-то человеком. Вот он, злость. Вот он гордый, высокомерный. Как разойдутся уже по воле высших сил. Знаете, какие-то известия получите вы в скором времени. Известия. Знаете, чуть человек, вот этот человек, он может быть с какими-то пагубными привычками, может прямо пить очень сильно. Может, кто-то узнает из своего окружения. И там карта развилки, расходятся с ним дороги. Знаете, такое ощущение, что вас оставят в покое какой-то негативщик. Негативщик, действующий за вашей спиной, прекратит вмешиваться в вашу жизнь. Здесь идет именно вмешательство, злость, зависть, сплетни. И вот это как прекращается. Я говорю, у вас очень сильная защита здесь. Видите, она злость, вот на медведя какая выпадает. Сколько агрессии, сколько ненависти идет от этого человека. Вы посмотрите. Потом говорят, как не верить картам. Вот они сплетни, вот они птицы, вот они дублируются. Завидуют вашему союзу, вашим шансам,
удачи какой-то, внешности, возможно. Вот они, сплетни. Видите, опять выходит карта защита. Очень сильная защита, которая вас защищает. Вам говорят, вы не должны бояться ничего в этой жизни. Вы чего-то, как будто кто-то боится, каких-то опасений. Помощь вам от высших сил идет, сильная поддержка. Давайте посмотрим, хочу посмотреть. Вот это зло, вот оно действительно, действительно уход. Действительно уйдет из вашей жизни. Вы этого не ждете. Какое-то соперничество, противоборство. Сейчас, наверное, возьму другую колоду. Кувшинки. Безысходность. Карьера. Есть манипуляции, но дороги у вас открываются. Сейчас возьму другую колоду. Возьму Таро. Ведьмы. И посмотрим. Знаете, здесь идет какая-то обратка этому человеку, по дьяволу, темный человек. У вас открывается новый путь. Тут обратка идет по дьяволу, вот. Почему этот человек уйдет? Потому что с вами сила. С вами сила, с вами любовь, с вами высшие силы. И бесполезно что-то тут делать, какие-то свои черные дела за какие-то за вашей спиной. Здесь может быть даже касаемо ваших отношений. Вашу защиту здесь не пробить им. Вот она, Верховная Жрица. Верховную Жрицу ждет десятка мечей. Женщина, скорее всего, здесь. Может, соперница, третье лицо, кто-то из родственников со стороны любимого мужчины. Вы как словно отбиваетесь от нее. Вот она. Королева жезлов. Вы по-любому выйдете из каких-то сложных обстоятельств. Действительно, вот это все заканчивается. Вы остаетесь с мужчиной. Идет движение вперед, колесница, новый путь. Что-то как будто бы заново начнется. Кто вам старается здесь мешать, человек получит обратно наказание. Даже эти карты говорят об этом.
кого-то, если были какие-то, может быть, заминки в отношениях, вы начнете их восстанавливать. Кого-то здесь была любовная магия. Делали магию на отношения даже. Вот эти третьи лица. Смотрите, здесь может быть даже несколько человек. Может, соперница там с подругой с кем-то объединилась, что-то. Все заново. Видите, как здесь даже может быть на охлаждение какой-то страсти между вами было сделано. Чтобы не было отношений, чтобы было много боли. Сейчас я возьму оракул полнолуния. Посмотрим на оракуле полнолуния. Очень хорошая колода, этот оракул полнолуния. Несмотря на его какую-то простоту, но очень хорошо мне помогает в работе. Мужчина, крест, манипуляции, императрица. Видите, ну какие манипуляции. Мужчина-то вам по судьбе, какие манипуляции идут между вами. Вы императрица, император, императрица. Здесь мужчина, женщина, здесь, говорю, союз, манипуляции. Люди пытаются манипулировать вами. Вы выйдете, знаете, вот из какой-то непонятной неизвестности. Благодаря высшим силам, благодаря мощнейшей поддержки. Крысы попадут в тупик. Видите, показывает воин, воительница. А ваши крысы, вот эта злость попадет в тупик. Благодаря какому-то даже вашему дару. Вы знаете, освободитесь даже от бедности. Свобода, бедность, траты, труд. Кто-то найдет более хорошую работу. Может быть, что-то не получалось. Не получалось в работе у вас. Ну, хорошие изменения придут в вашу жизнь. Крысы попадают в тупик. Вот почему уход. Знаете, кто-то просто устанет мешать вам здесь. Вы этого не ждете. Но это произойдет, это случится. То, что мешало в вашем союзе мужчины по судьбе, вы сами видели. И вот эти вот, так и хочется сказать, засранцы, да. Всадник. Видите, расходятся дороги. С глаз. Пять, императрица, судьба, условно, проходите кармически какой-то, развязываете какую-то кармическую ситуацию в вашей жизни, вы поймете, что она заканчивается.
Какой-то сложный путь вы прошли. Возможно, людям вот этим вот, которые открываются ваши дороги, людям, которые мешали вам, они попадают в тупик, а у вас, наоборот, идет движение вверх. Давайте еще посмотрим. Видите, бумеранг. Потому что идет бумеранг. Бумеранг и все действия этих людей будут бездетны. Вот они с сутью, с такой очень. Вот она злая, гнилая, нехорошая суть. Все их действия бесполезны. Вы об этом узнаете. Это она женщина. Женщина из этих третьих лиц присутствует однозначно. Это могут быть родственники, соперники, бывшие, жены. Кто угодно здесь может быть. Огонь. Или... Свобода. Закрывается, говорю, закрываются все какие-то вот негативные дела, связанные вот с третьими лицами. Ну, давайте еще возьмем карту совета для вас. Что? Совет, подсказочка. Что тут посоветуют, подскажут карты. Вы не ждете окончания каких-то вот противоборств третьих лиц, связанных с вашей личной жизнью. Совет, подсказка. А вы узнаете, понимаете, вы поймете этих людей, узнаете. Вот они, знания, вот они, зло. Кто воровал вашу удачу, лишал вас благополучия, вы все это увидите и узнаете. У вас однозначно к вам вернется ваше то, что у вас хотели забрать, украсть. Здесь лиса тоже злющая. Вот она ворует здесь утку, да? Пролезает. Воровство, кража. Вы вернете себе то, что хотели у вас забрать. И вам откроются эти люди, откроются эти лица. Однозначно. Кто чинил, делал вам препятствия, вы получите, вы поймете, вы увидите в окружении этих людей. Корабль, видите, такой же корабль. Вот такой был расклад. Итог здесь. Открытие тайны, открытие масок, снятие масок, завершение, окончание противоборства с людьми, касаемо ваших отношений, вашей личной жизни.
С мужчиной восстановится все. Мужчина как по судьбе. То, что вам мешало, оно обязательно уйдет из вашей жизни. Эти люди перестанут вмешиваться и лезть туда, куда не нужно. Видите, уход. Даже на змея как отсекается, отметается, уходит. Змея и групп. Завершение. Завершение, окончание. Сила и мощная поддержка. Вот она, змея, этот уход. Говорите, там был медведь. Здесь ваша сила, помощь. Мощнейшая поддержка. И даже эта змея, она превратится, можно сказать, вручную. Вот вы захотели, вы здесь захлопните коробку и закроете ее. Все будет в ваших руках. Вам вернется ваше благополучие, ваше все то, что пытались действительно забрать, отобрать. Этого вы не ждете, обязательно случится. Врагам здесь будут бумеранги. Бумеранги, наказания. Кто-то хотел, пытался изменить вашу судьбу. Ну, здесь ждет наказание за это. Вы вернете себе все, что вам принадлежит, все, что у вас забрали. Вот этого вы не ждете, но оно обязательно случится. Всего вам доброго. До следующих видео.